Дорогие друзья, мы скоро будем у вас в гостях. Группа «Рефлекс» и я, ее солистка Ирина Нельсон, начинаем наш концертный тур «Подмосковье 2014». 8 ноября город Калуга, концертный зал «Орион». 16 ноября Подольск, дворец культуры «Октябрь». 23 ноября Владимир, областной дворец культуры и искусства. 28 ноября город Воскресенск, дворец культуры «Хиви». 30 ноября город Мытищи, дворец культуры «Яуза». И 14 декабря город Дзержинск, дворец культуры «Энергетик». Приходите, мы ждем вас и обещаем, что сделаем это красиво, потому что будет живой звук. Сойди с ума, вспоминай.